Сотрудники хостинского подразделения показали ребятам все оборудование аварийно-спасательной машины, в которой ежедневно выезжают на экстренные вызовы. Гидравлические ножницы, необходимые при работе в условиях ДТП, световую башню, которая устанавливается в считанные минуты и позволяет осветить большую площадь. Большой интерес вызвало водолазное снаряжение, гидрокостюмы и баллоны. Каждый стремился примерить их и понять, каково работать водолазу под водой. Ну, конечно, самым интересным для ребят стало знакомство с кинологическим расчетом. И это было взаимно. Черный лабрадор «Мафия» была очень рада большому количеству детей. И после того, как нашла условно пострадавшего спасателя, спрятанного в детском домике, с большим удовольствием пообщалась со всеми ребятами.